Всем добрый день, всем ассаламу алейкум. Сегодня хотелось бы разобрать шмунги, стойки. Какие шмунги эффективны во время борьбы, во время схватки. Например, я подхожу к нему. Я первое, что я делаю, я подхожу здесь, кисть гружу. Вот он начинает давление создавать. Смотрите, что я делаю. Я его здесь сдерживаю. И смотрите, как я половина корпуса и плечами помогаю. Вот это движение. Вот я ему давлю, он мне обратку, смотрите, что я делаю. Что? Он ложится когда на меня, я здесь гружу. Я беру локоть и просто меняю ногу и проваливаю. Видите, он провалился. А теперь смотрите отсюда во продолжение. То есть я его давление создаю, ножки все заряжены. Я делаю вот это движение сразу за ним. Это шмунг. Почему он так проходит? Потому что самое слабое место у борца это кисть. Я ранее говорил, макушка головы, локоть и поясничный отдел. Второй шмунг. Я его гружу здесь. И просто обычная стандартная ситуация. То есть правая нога впереди у меня. Я даю давление, он на меня, и я его проваливаю, вот этим движением, на ногу. То есть, видите? А здесь также можно продолжить. Раз. Видите, какое продолжение? Есть вот такой шум. Беру кисть левой рукой, здесь гружу, даю давление. Тот же самый принцип, только локоть я гружу. Опять даю давление. Вот он садится. И отсюда продолжение перевода и так далее. Шмунг еще. Забираю руку, даю давление. Даю давление. Смотрите, что я делаю. Подставляю ногу. Меняю, как цирк. И локоть сюда тянет. То есть шмунг такой. Раз, даю давление, он на меня, и отсюда вот, пожалуйста, перевод готовлен. Есть? Отсюда накидываете вот этот захват. Бывает такая ситуация. Он, чтобы не улететь, таз убирается. У меня этот шмунг очень часто проходит. Я ему давление даю, он в жопу, он только на меня. Ножки мои заряжены. Знаете, что я делаю? Вот это движение отхожу пол шага, делаю вот сюда. И делаю вот. Я его провожаю. Я накидываю. И давление даю. Он только на меня, а я делаю. Вот он шумит. Потом. Пробили вам руку. Вот. Многие здесь не знают, что делать. Здесь обычный шум. За ногу заступаете и макушку голову в ноги. Еще раз. Смотрите, даю давление. Оп. И он ушел. Без нарушения правил. Если вдруг вы делаете вот это движение, он устаивает какой-то, он переступает, вы убираете руку отсюда и вот сюда. Просто вот. Вот движение. Отсюда сюда. Он устаивает. Вот сюда. Нога остается. Рука. Рука здесь. Нога здесь остается. Я делаю вот это движение. Это был разбор шмунга.